Всем привет, друзья, с вами Виджей Дрим. Надеюсь, вам понравится данное видео, и вы поддержите его лайком и комментарием, мне будет очень приятно. А также заглядывайте на стримы. Все необходимые для этого ссылки в описании под видео. Подписывайтесь и берите все самое необходимое и самое вкусное. Желаю приятного просмотра. Поехали! Да не стреляй ты шо, блин. Мы ж на задании, еб твою налево. А, ты уже кого-то убил, что ли? Это ты его убил? Ой, какое говно не бросил. Возможно. Блять, слышь, это цивилиан. Ты шо, блядь, мы-то задание. Вставай, друг. Ну ладно. Вставай. Пиздец, блин, цивилиан need a medical attention. Так может не надо было его пиздить? Попробуй, ты ж спецназовец, мать твою. Ты должен жизнь защищать. Слушай, я выстрелил еще, когда у меня черный экран был, так что этот, отстань. Да ни хера, мы только начали, он уже пизданул цивилиана. Алло, блин. Я бы не хотел, чтобы меня только спецназовец спасал. Чё мы делаем? От ебанатов. Ну, типа, надо заложников спасти. Где заложники? Вот один из них, кто только что прибил. Он спасен. Он теперь в лучшем мире. Он только что было фак. Put your hands in the air! Spread your fingers. Блять, игра, сука, подлагивает. Давай немножко, подожди, стоп. Я сделал все-таки, да, пониже графоуни. Пост обработки. Просто. По-моему, я сейчас откинусь. Hands up, don't move! Hands up, motherfucker! Get down now! Don't move! Слушай, нихера, они умные, кстати. Я замок взял. Да, они очень умные. Сейчас, чат, мы подпривыкнем, потом будем играть чуть лучше, надеюсь. Ну, в том плане, что... Я на улице. Не знаю, нам надо будет потом как-то соединиться, на самом деле. Да я рядом с тобой был. Я просто в такую дверь вышел, дверь взламывать можно. Я цивилианов спасаю. Ну я около твоей двери где-то там стрелялся с кем. Иди сюда, Шай. У меня левую руку выбили. У меня правую руку выбили. Тихо ты. У меня тоже правую руку и жопу. Подожди, я туда флеш кину. А, невозможно выбить. Тут менеджер магазина мертвый. Да, его убили не я. Они собаку убили, суки. Арестуй чувака слева. Я не знаю, где ты. Да блин, ну ты только что был возле меня. Кто тебя убивает? Не стреляй цивилинов, арестовывай. Я не в цивилинов. Тут бот, короче, цивилиана взял у этого. Заложники и прикрывался им. Ну да, они могут так. Оружие упаковывать не забывай. А, блин, я забываю. А здесь надо как-то... Блять, мысль потерял, пока говорил. Ладно. Потом вспомню. Где-то еще, видимо. О, я слышу. А, это ты орешь. Я какой-то планшет открыл на тап. Уровень. Ли? Ой, я тоже. Уровень сложности здесь можно как-то выбирать? Я не видел вообще. Задача: наведите порядок в хаосе, спасите всех гражданских.
доложить о пострадавшем, найти менеджер магазина, найти Кристал Войтон. Это где ты пришел? Скажем, невооруженного противника на месте происшествия. Ну, таб зажми. Арестуйте или нейтрализуйте каждого зажать, противника на месте понял. Происшествия. Я просто нажимал. Он просто откроется там... маленьким. Да. Он маленьким откроется, да. Значит, мы еще не всех тут нашли. Походу. Да, ну скорее всего, да. LSPD, motherfucker. Да. А замы-то как-то расшифровываются? Лос-Анджелес Полис Департмент, по-моему. Там в Лос-Анджелесе. Или Лос-Сантос, или я хрен знает. Лос-Сантос это GTA. Не-не, просто LSPD. PD это Police Department, а LS это... Лос-Анджелес это LA. LSPD, hands up! LSPD. Я не знаю, кто такой LS. All Skill? Low Skill Police Department. Спецназовцы Low Skill Police Department. Нормально, стилизуешь. Вот тут двойные двери, ты в них был? Да я вот тут людей убиваю. Я не знаю, где ты, я тебя найти не могу. Я арестовал человека. Drug reporting. Mission soft complete. End the mission. Yes. О, там кто-то валяется. Нажми Y. Подожди. Мы прошли миссию. Я улицу смотрел. А, тут можно же было этот. Эту открыть. Кого? Твою камеру, чтобы видеть, что видишь ты. Да, кстати. Я забыл об этом. Да, я тоже забыл. Ну, учитывая то, что Шай убил цивилиона. Кстати, не нам очки сняли, слышь. Все в порядке. Блин, давай еще раз попробуем. Не, ну я еще раз хочу, давай по-человечески, а потом следующее. А ты его именно перезапустил? Да. Ну так а что, да. А, не, я думал мы через этот. А, нет. А, он и так мертвый. Ну ладно, тебе повезло. А может это из-за того, что менеджера убило? Не, ну он вроде как живой. Ранен просто. Знаешь что, давай не через главный вход. Да, можно. Тут там можно выбирать. Там сбоку. Пошли вправо. А, Т нажми. Да, кстати, да. Но тут все равно не всегда понятно, когда ты карту не знаешь. Ой-ой, там с двери, с главного входа. Погоди, давай я вот так сделаю, флеху кину. Да не-не-не. Ой, я увижу. Не, а забей, пошли в обход, вот сюда. Ты влево пошел, что ли? Да, иди ко мне. Шая, иди ко мне, хватит преследоваться. Он на улицу вышел. Слушай, блин, прикольная игра на самом деле. Но сейчас без прикола, мне пока очень нравится. Минус один. Ты нашел их машину, да? Арестуй его, блин. Твою мать! Слушай, они умные, реально умные, блин. Да слева я. С другого ли это, справа пошел я слева. Нет, я пришел к тебе. Около желтой бибики. Я внутри заправки уже. LSPD! В какую ты дверь, блядь, зашел? Ну ладно, я зайду через двойную. А, дверь там. Без люмая. Слушай, бля, кайфовая игра. Первое впечатление очень положительное. Ну правда, настройки как-то говно, ну оптимизация в смысле. Element to dock. Suspect down. Dock to element. Affirmative entry team. Орать, дверь открой. Get down now!
Вниз посмотри, вниз посмотри, вниз посмотри, вниз посмотри. Еб твою налево! Это в меня, это в меня. Я прям что-то так сразу учился вести. А, менеджер тоже 100% мертвый. Тут как в Таркове можно патроны смотреть. Сколько у тебя остается в магазине наполовину. Перезаряжает здесь тоже не до конца. Зажимаешь на R и просто смотришь. Держишь R. А, прикол. Я говорю, это еще... чисто такой спецназовский танк. Он еще ББшками бьет. О, слышу, кто-то плачет. Блин. Put your hands up, motherfucker. Подожди, тут кто-то плакался. Хера тут... Надо музыку вырубить нахуй, что-то музыка здесь вообще какая-то не очень. Кстати, да, конкурент. Она какая-то уебищная. Ну, да как в лифте, блин, каком-то, знаешь. Ну вот, ей-богу, реально. Иди сюда. Смотри. Хорошо. А, ты на тачке видишь? Смотри. А чувак застрелился? Или это ты его так ебанул? Да, вижу на тачке, а что там? Ну, собака. Смотри. Смотри на эту лужу, блядь. У меня нет никакой лужи. А, ты видишь? Слышишь, как ты там орёшь? Угу, слышишь, как ты тоже орёшь. Мы кого-то где-то не арестовали. Если нажмешь пробел, то идти будешь быстрее. А, ну оружие опускаешь. Но при этом опустишь оружие, да. А чё он, куда он ползёт? Слышь ты, блядь. Я слышу, как кто-то где-то ревёт. Чё ты её в зубы взял? Положи нах. Отпусти эту табличку, сучара. Какой странный цивилиан, если это вообще цивилиан. Слушай, он куда-то ползет. Он внутри куда-то ползет. Они все время, пытаются уйти от тебя подальше, потому что ты страшный. Я его на ручки взял. Я нашел кого-то. Да, ну все, жить тут. Не? Подожди, так у нас еще нет пока комплит. Там, я даже в прошлый раз не видел, где комплит, ну ладно. В левой части экрана появилось о том, что мы закончили миссию. Но это самая простая, это самая первоначальная обучающая, типа. Ну не обучающая, но типа самая-самая, ни о чемная. Но мы еще типа не закончили. Че, я кажется нашел. А, вот, все отлично. Вот, теперь, наверное, закончили. А в кладовке спряталась. А, вот, все, теперь закончили. Личный рекорд Б. И. Да блин, а, ну вот, а это уже неплохо, кстати. Ну хорошо, вернуться в участок. Нет, слушай, игра пока вообще прям положительное впечатление от геймплея. По настройкам стало все получше, когда я чуть-чуть настройки понизил. Оптимизон, конечно, мое почтение говно. Но выглядит симпатично, играется симпатично. Музыка уебищная, не понял вообще ее прикола, потому что она как будто в лифте. Я жду тебя. У меня загрузка 100%, и я просто сижу в черный экран смотрю. Вообще у меня тоже написано, что загрузка 100%, но на самом деле тоже смотрю в черный экран. Ладно, ладно. Ты заходишь со щитом первый? Если ты кинешь слезоточивое говно, мы туда не зайдем, у нас нет противогаза. Нет, так мы вначале кинем слезоточивое говно, подождем, потом ты заходишь туда первый. Я ору get down, короче, ты приседаешь, заходишь на приседе. Ну понял, да, как лесенкой, пирамидкой. Ну я понял, понял. И те, кто не гидаунится, тех я в расход. А те, кто гидаунится, то хорошо. Ну этот прицел поприятнее. Так, о, там кеды висят на проводе. Тихо, 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 давай, не разделяйся.
Нам знаешь, что? Ты хоть миссию-то посмотрел, что надо делать? Нет. Так как обычно, скорее всего, спасти цивильных. Порядок в хаосе, спасите всех гражданских, арестовать Майкл. Тут просто Майкл, я не знаю. Я тоже. Я первый раз играю. Тихо-тихо-тихо, давай с главного хода не пойдем. Иди сюда. Что-то мне не нравится идти с главного хода. Это как будто бы слишком не очень. Если что, у меня за щитом как бы не очень обзор. Давай ты иди первый со щитом. Тихо-тихо-тихо-тихо, только это не это. Давай на шифте. Карты же не знаю нихера. Давай, я открываю. Ты под щитом. Это? Это сервер. Деньги. Право кто-то орёт. Да-да-да. Need to talk. Making it safe. Stay on the ground until this is over. Я арестован. Не подчиняется. В расход. У меня прицела нет, у меня... Не вижу. Откуда он стреляет? Я сверху, сверху, но я не вижу. Нет видимости. Есть. Минус. Это не минус. Вон он, мразь. Он с броником, кстати. Слышишь? Бежит. Я не вижу откуда. У меня обзор очень ограничен. Давай зайдем в обратно. Пройдем по этой стороне. Закрой двери. Я не могу закрыть, я не могу с щитом взаимодействовать. Мне надо лазер этот на пистолет. А тут пусто. Ты можешь повесить? Ну, не, нам придется выходить отсюда. Другого нету. Блять, мы застряли. Уйди отсюда. Так нам, ну да, ты куда идешь-то? Нам же обратно. Это не то. Это ты хер поймешь, карта не знаю. Открывай. Слышишь, да? Перезаряжается. Справа. Ну он справа лестницу видит. Там где-то цивилен. Скорее всего, на втором. Get down! Don't reach for anything! Да, скорее всего. А, вот он. По центру лестница, слышишь? Police, hands up! Тихо, тихо, далеко не уходи. Я на центральной лестнице. Put your hands up! Оп. Подвис, блядь. А, не нормально. Она прогружает и... Да, блин, она прогружает как-то отстойно. Я не знаю, зачем я их арестовываю, но типа они мертвые. А на... все равно надо, все равно. Ну просто теоретически куда он убежит, ты, блин. Police, заходи. А. Он тут стреляет впереди. Один минус. У меня на щите трещина. О, в тебя попали. Я не понял, откуда стреляют. О, Господи. Блять! Соседний балкон. Пизда мне. Вот убил? Это неожиданный поворот. Блин, какие они, сука, умные, слышь? А он по мне стрелял просто этот. Не, он вошел, когда я делал задержание цивилиана. И шуранул по мне, и жопку мне ранил. Причем реально жопку. Надо еще более продуманно играть. Что там, женщина носилась?
Просто звуки такие, я отошел, и ты ее там. А куда смотри, смотри, что тут? Че тут? А что вот это? А, это C4. Нам минус 50 дали за то, что я просто так пнул. А, ее нельзя пинать? Я не знал. Да, да, да. Ну ты типа этот. Чересчур агрессивный. Я не могу посмотреть туда почему-то. Ну типа я нажимаю, знаешь, но нельзя посмотреть. Так высоко, да, ну фиг с ним, пошли отсюда. О, блин, я не знал, что их пинать появился. Нельзя. Я думаю, я наоборот ее пнул. Она просто ползла куда-то, я подумал, мало ли что она хочет, ну то есть. Вот этого надо. Не, ну просто а чё она ползет? Ну мало ли она с ними, знаешь, из оружием ползет, я ж не знаю. Я внутри думал, типа, ну так лучше сделать. Нет, ее типа арестовал, я так понял, и все, наверное. Не, она ползла на коленях куда-то. Я думал, она, ну мало ли, блин, куда она ползет. Хер его знает, что у нее на уме. Так ты куда? Вот здесь дверь. Там в звуке слушай. Ну я тут по улице шарю. Ой, я нашел. Чувачка. Эту дверь, видимо, не выйдет, не знаю. А подожди, как ты там на улицу вышел? Там через балкон прямо идешь? Да? Угу. А, видимо, через другой балкон. Ну я карты нихера не знаю. Ты внизу, да? Мы тут были. Нет, вроде больше никого. Нет, ну миссия не выполнена, значит все-таки кто-то тут еще есть. Ну может не конкретно тут, но где-то есть. Так, там цивилиан сидит. Все, если они арестованы, то они в принципе никуда, я так понимаю, не денутся, да? Угу. Ты куда? Вниз пойду. Я оттуда пришел. А, подожди, вниз. Ну мы еще в главном холле. Нет, вниз, вниз, ниже. Мы еще в главном холле же не были. Смотри, ты аккуратней, первым бегай. Не, я знаю, тут никого нет, а ты иди со счетом. Hands up, don't move! Arms up, stretch! LSPD, hands up! Get down! Show me the palms of your hands! Я арестую, давай. Ты со счетом, тебе дальше. Civilian is cuffed, good to go. Talk. Civilian is good to go. Compliant. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. Get down, продолжай, говорит. О, там, 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 там. Я слышу, go fuck yourself. Ну вот я первом? Когда здесь... Да, я на первом. Я когда здесь... ну, крикнул SPD, он сказал go fuck yourself оттуда, вот через эту дверь. Не знаю, как туда попасть, но оттуда был замок. Она, по-моему, не открывается. Ну, да, но ну, там кто-то есть. Скорее всего, он где-то на втором. Don't move. Это хер его знает, где он, блин. А вот эта дверь не открывается? А, я понял, подожди. Сразу перед входом с дробовиком хер стоит. Угу. С наушничками, ну, как устремился. Открывай, чтобы я зашел первый. И просто спрячься. Я не буду открывать. Я сделаю так. Давай. Ну, нет, тебе надо приоткрыть. Не, я знаю, да-да. А, я спрячусь. Он влево ушел. Не, его можно было не убивать, кстати. Блять, нихуя не вижу. Mm-hmm. Слева где-то. Ты можешь светошумовой туда закинуть. Отойди немножко, отойди, отойди, отойди. Ты можешь его не убивать, ты можешь сказать ему, чтобы он заткнулся, он же под светошумовой был. Нихера себе тут стримишь. А, ядрить, мы в эфире, мать твою.
Мы убьем на стриме, чувак. Что? А, that's only fans? Смотри, лол, блин. Да-да-да. Прямом эфире. That's only fans? Он играл в колду. Стрелять. Ты посмотри, посмотри на себя. Сука, верхний монитор на себя смотри. О, смотри, какая задница красивая. Ты... А, что, да. Ты посмотри жопа, на да. монитор, верхний монитор смотри. Да я вижу, 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 да-да-да. Смотри, какая жопка. Где? А вон справа. А, у тебя такой нет, понял. У меня лучше, да. Слушай, а, блин, офигенная игра на самом деле. Надо их всех арестовать. Ты зря убил, тут... братан, ты зря убил. Он же был под станом, ты мог ему крикнуть. Смотри, ну, да, смотри, но... смотри, смотри, смотри. Да, маленький робот-пылесос. Зачем ты убиваешь робот-пылесос? О, он показывает, смотри. Он показывает, что там человек. Серьезно? Я не видел. А, нет, а что он показывает? Где человек? Он реально показывал? То есть он показывал пальцем, я думал, там человек. Он типа за дверь показывал, я подумал, может, он показывает на... Все, мы выполнили миссию. Подожди, давай всех этот закуем. Не, так все, это означает, что мы выполнили. Нам поинты дают за то, что связываем. А кто еще не связывает? А, трупы ты имеешь? Ну, да. Бля, мне нравится игра, слышь. Во-первых, лазерка на пистолет. Слушай, тут повсюду аниме-фигурки, короче, всякие... Ну, нормальный такой стрим, не то, что там вот некоторые. У меня полно аниме-фигурок, я могу их поставить на стрим. Ага. Я имел в виду... Пиццу, Димон, тебе пиццу оставили, похавай. Я имел в виду аниме-фигурки не только на стриме, а вообще повсюду здесь они разбросаны. Полуголые тяночки всякие. Наверное, это из каких-нибудь реальных аниме. Ты же у нас анимешник, давай говори, откуда тут. Не, вообще, да. Вообще, тут, возможно, даже не только в этом прикол. Ну, вот смотри. Может быть, еще что-то можно найти. RAM загружена на 34%, о, уже 87, нифига, не так резко, резкий скачок такой. Ля, вот это. А, что, где ты? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. То я не знаю, где ты. Ну, где только что был? А, ну. Смотри. Стримерский компьютер. Лучший, я считаю. Не, ну это шикарный комп, ты чё? Ты какой кулер мощный стоит, башня прям целая. Это чтобы играть, наверное, в эту игру, да? Ну, да. Тихо, не стреляй, они боятся. Я из них стреляю, поэтому пофиг. Не, ну они в чём боятся. Мало ли чего нам посоветуют. Воу, воу. Полегче, женщина. Смотри, какая. О! А тут много чего интересненького. You won't believe this broken weapon in shooting. Tell me, Devin. Слушай, я смотрел всех аниме девочек, мне нравится, я доволен. Я в монитор смотрю. А я хочу написать что-нибудь в чату. Из Китсуны бла-бла-бла. Не, нормально, нормально. Стрим-хата. Доложите компьютеры подозреваемого. Лол. Плюс 50 очков. А чё? Да. О них можно докладывать и компакт подозреваемого. Holy мать твою! А куда ты навёлся? You guys watching this dangerous... А, чё? А куда ты навёлся, чтобы нажать? Да я случайно, я просто там, ну, смотрел, чат читал, и там, короче, такая функция была. А, мы провалили миссию. Задержите, я без рейти главного подозреваемого Майкла Уильямса. Не, так мы сейчас ещё раз попробуем. Ну всё, гоу, завершаем её. Нажми и еще раз попробуем. Я ж тебе сказал, не стреляй, блин, по всем. Я ж кинул в него говна кусок. Этот, слышишь? Через департамент. Мне надо прицел поставить. Я не вижу, куда целюсь со щитом. Да, я стреляю так примерно. Ты зря. Запомни, если я кидаю флеху, они же могут после этого перестать стрелять. А окей, ты его так окей. Встал и просто сразу расстрелял. Мог реально там наорать на него, мол, ты, слышь, козел там. Ну, вот эти всякие слова полицейские. Блюдок, мать твоя. Да, 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 ну, стандарт этот. Трахать тебя, всю твою семью, ну, там,
Ну ты же знаешь, блин, умеешь, что ты, ну. Ты да, 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 да. Ты забыл, когда мы сдавали, сдавали на спецназе подготовку устную? Ну, блин, что ты? Серебряный берет. Ну, прикольно, так садится и не сразу. А, во, у меня в натуре татуировка есть. Я только сейчас заметил тяночку у тебя на руке. Ей. Назову ее Ксюша. Какой говноотзор. Ну, мы в этом что поделать-то, как бы, ну. Да, точно ждали вообще. Ой, мы же в противогазах. Противогазы будем в стримерской тогда использовать. Там узкое помещение как раз. Ой, в противогазе все слышно, пиздец. Тихо-тихо-тихо, один не иди, я проверю здесь. Не, я чисто на контроле. Помнишь, что у тебя жопа, ее могут... Не шевелись, я из-за тебя не могу стрелять, ты слишком близко ко мне подходишь. Бля, знаешь, в чем прикол? Ты, короче, близко... Ты когда шевелишься назад, шевелись только лево-право, ты когда шевелишься назад, а, ты перекрываешь мне все и я... А я типа поднимаюсь? Нет, я короче в тебя упираюсь, как в стенку, у меня ствол поднимается вверх просто. А, люль. Ты завязал этого челика? Да, да. Трупы только ну, не завязал. Тоже завязать. Да нет, трупы тоже надо. Там цивилиан был, цивилиан и завязал. Че, пойдем к ним на второй? Да, да. Приятная эпоха, кстати. Get down now. Hands up. Spread your fingers. Бля, ну я старался. Я ему кричал, чтобы он не трогал. Он сам сделал свой выбор. Меня сильно косануло, кстати. Ну так не лезь вперед. А где там та дверь была, ты помнишь? Ну вот здесь еще одна есть. Подожди. Не, они, по-моему, не открываются. Эти открываются, почему? Там за ширмой есть человек внутри. Приоткрыть дверь. На замке. Где? Подожди, подожди, она на замке. Ай, взломай ее. Почему-то не могу, кстати, странно. Не, там дробовик для этого нужен. А, нет, надо, я понял. Не, нормально. Именно через отмычку. Отмычку надо по-другому делать. Там надо наводить именно на ручку. В зависимости от того, когда ты навел, короче. Подожди, можно приоткрыть. Стой. Я приоткрыл. Стой, я газ кину, стой. Нет, ну не закрывай, подожди. Шая. Я ничего не делал, ты закрыл. Ну ты просто подо мной стоишь, и я из-за этого двигаться не могу. Я-то первый закрыл. Тихо-тихо. Гражданский цивилиан. Или этот? Да. В той комнате посмотри, балкон. Тут на балконе никого. But...
Ты можешь камеру смотреть под дверь, чтобы узнавать. У меня нету, у меня щит. А, ну так ты мне говори. Да я помню, что тут маленькая ванна. Ради нее. Так там вполне может быть человек с дробовиком, стоящий прямо возле ванны. Оружие забрал? Угу. Щит. Да тут вроде никого не было в прошлый раз. А это вот та комната, с которой мы начали. Да, знаю, да. Я нам ниже и налево, помнишь? Там в дверь. Опять же, я там кидаю газ гранаты, короче. Нет, а тут никого вроде... Нас нихера не слышат. Нет, слышишь, чтобы они порали. Нет, они там, наверху, я слышу же, он там орёт. О, справа? No. Ядрить, я тебя не видел вообще. You're not in trouble, don't worry. Просто ему наручники на лицо. А, подожди, это что, разве выше была дверь? Мне казалось, она была на этом. Видимо, нет. Вот и фонарик мой видишь. Да. Интересно, работает триггерят на фонарик? Думаю, да. Тут что, по-моему, не? А, нет. Или да? А вот это, по-моему, стримерская. Да. Тихо, я по дверь взгляну. О, сразу стоит перед лицом. Я приоткрываю, кидаю. О, отошел. Там их много. Я приоткрываю, кидаю гранату. Не открывай полностью. Стой, она должна пропустить. Один сдался. Право. Стой, там дофига народа, право помню. Ты бы закидал прям вообще все помещение. Так у меня больше нет гранат. Всего две. Тихо. Я прям тут проброски от... Этот... Разброс, проброс, как это хрень называлось. Раскидка, во. Я почти труп, но... Живой. Одного задержал. Я тоже. Слушай, они долго кашляют, кстати. Нихера, don't shoot. Don't shoot и в меня стреляет. Ну так логично. Все, я двоих вижу. Ты куда его попер? Да я кнопку перепутал. Его если кинуть, он обидится. Так не кидай его. Он обидится, нихуя себе какой. Я, говорит, обиделся. Ты вообще? Да, меня, блин, кинули, я обиделся. Раз, два. Че, это все? Комп доложил? Комп доложил, да, но мы еще не все сделали, видишь? А, вот там, наверное. Шая. Че? А, тут цивилен. Подожди, я иду к тебе. I gotta do this. Все, отлично. Уходим. Там ничего нету, там никто не сникался, все хорошо. Слушай, мне понравилась газовая граната. Мне не нравится, что обзор вообще никакущий.
Ну, газ, противогаз. Ну, мне и так сделать? Из-за щита все плохо видно, а с этим еще больше. Не, ну мы сейчас можем не брать их, то есть, ну как бы. Но газовые гранаты очень прикольные. По-моему, они очень действенные. Блин, бэшка. Би. Все равно. А почему так мало? Огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам все понравилось, и вы не забудете поддержать это видео лайком и комментарием. Мне будет очень приятно. Если понравилось у нас, подписывайтесь. Вдруг вы этого еще не сделали. А также не забудьте подписаться на группу ВКонтакте. Расписание стримов находится именно в ней. Ссылочка в описании. Увидимся, друзья, буквально скоро.